Когда мы говорим про рехабы в контексте нашей рэп-игры, в первую очередь всегда появляются ассоциации с Пашей Техника. Ивлев уже давно сумел превратить свою жизнь в полноценное шоу, проходящее в прямом эфире, а в последние годы это шоу поражает большим количеством фрик-моментов. Но далеко не только Паша Техник посещал рехабы. В нашей индустрии достаточно исполнителей, которые имеют проблемы с запрещенными веществами, а следовательно и с ментальным здоровьем. Иногда все это выплескивается в реальную жизнь, которую фанаты или сами артисты фиксируют на камеры и потом выкладывают в сеть. Сегодня мы поговорим о тех артистах, в биографии которых рехаб был и сыграл некоторую роль. Что ж, давайте приступим. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf — это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Паша Техник вновь вышел из рехаба. Про это мы рассказывали в нашем новостном дайджесте. Его поведение сразу после очередного срока в реабилитации, как обычно, примерное. Артист занимается спортом и создает образ человека, вставшего на путь исправления. Все, друзья, не ебите голову, а занимайтесь спортом. С вами был ваш друг. Делайте ставки, когда сорвусь. Но проблема в том, что подобные видео от Техника мы видим на протяжении 2 или даже 3 лет. После каждого нового лечения в рехабе, Ивлев действительно создает впечатление изменившегося пациента. Но каждый раз публика спустя несколько недель видит новые видео с артистом, где тот предстает далеко не в самом лучшем виде. Серьезные опасения не то что за здоровье, а за жизнь Паши Техника появились, когда он попал в реанимацию после приступа эпилепсии. С тех пор прошел не один курс реабилитации. Самый длительный из них превышал 1.5 года. По итогу этого курса артист дожидал 2 интервью известным психиатрам. Казалось, что сейчас Ивлев точно исправится. Но нет, все снова и снова возвращалось на круги своя. Через некоторое время мы увидели вот такие ролики. Переживаю, что не доедет до дома. Он бухает. Вот он. Битмейкер. Лайки, продакшн, битмейкер. Будем надеяться, что в будущем артист как-то сможет изменить эту ситуацию. Кстати, в период, когда музыкант попадал в реанимацию, он проводил много времени с другой известной личностью – Юлией Финес. Эта девушка, конечно, не рэпер, но с рэп-индустрией ее кое-что связывало. Не только Паша Техник. Когда-то она конфликтовала и со Скали Милана. Так вот, Юлия Финес была известна в первую очередь благодаря своему скандальному телеграмму, где в кружках она показывала свою жизнь. Естественно, ее редко там можно было увидеть трезвой. Все закончилось тем, что она выпала из окна многоэтажки. К счастью, она выжила. Но после этого было принято решение лечь в рехаб, из которого она вышла совсем недавно. Правда, ничего хорошего об этом заведении она сказать не может. Вот чтобы вы понимали, вот я, ну вот я с вами это обсужу параллельно с родителями и с вами. Вот у меня настолько там нервы поднялись, у меня по всему телу этот псориаз, и у меня менструального цикла уже не было 2 или 3 месяца. Извините, конечно, за подробности. Это от нервов. Ну и сейчас ее приключения не заканчиваются. Вот что она сказала в своих социальных сетях. Цитата. «Это последнее сообщение минимум на 2 года. Я отправляюсь в психушку по суду. Просто знаете, вы были самое дорогое из моей несчастной жизни. Это было лучшее время, спасибо вам. Я оказалась в ловушке. В последнее время только и думала о смерти. К сожалению, я больна». В связи с увеличением количества кейсов, когда популярные личности попадают в рехабы, увеличивается и число интервью с известными психологами. Паша Техник, Юлия Финес и даже Гуф – яркий тому пример. Долматов, кстати, в одном из последних своих интервью рассказал множество страшных вещей про рехаб, в котором пребывал после очередного срыва. Самые жесткие такие места называются черными рехабами. И вот цитата артиста про них. «Насилия там не было. Никто меня не имел права трогать. Просто там было 26 человек закошмаренных. Все сидевшие. Ты знаешь наверняка про черные рехабы. Постоянно заставляют писать лекции по 8 листов А4 с двух сторон. За то, что один человек накосячит, 25 это пишут. Я не писал. Я ничего не делал. Я искусал одному
одному человеку руку до кости. Каждый день предлагал кому-то подраться. Мне никто не мог ничего сделать, потому что я гуф. А так, это ад вообще. Наказания там такие. Человек что-то не то говорит, его сажают смотреть в стену на расстоянии метра. Или человек говорит: «Все, не хочу ничего делать». Он ложится на кровать, закрывает глаза. Ему говорят: «Виталик, ты не можешь закрывать глаза. Ты же сказал, что не хочешь ничего делать. Спать нельзя». И Виталик неделю просто лежит. Потом его еще отправляют в стену смотреть. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». В рехабах и просто в клиниках подобного профиля оказываются еще и фрешмены. Притом очень молодые. Например, Агли Стефан, которому до сих пор не исполнилось 18 лет. У него были большие проблемы с веществами. А с какого-то момента он и вовсе перестал посещать школу. Родители приняли решение поместить его в больницу. Было ли это заведение рехабом или просто психиатрическим стационаром, непонятно. Но Стефан рассказал несколько жутких историй с периода своего пребывания там, в интервью в Писке. Ну там же вообще, короче, людям... Там был карлик с нами. И его однажды, короче, взяли и запинали. Очень жестко прям. Очень сильно. Блин. Просто толпой его взяли и ногами, да, запинали карлика. За что? Да потому что он карлик, типа. То есть там какие-то прям были отбитые люди? Там вообще далекие от мира были люди. Тебе было не страшно за свою безопасность? Ну, там, не знаю, там максимум, чем тебе угрожать могли, это просто тем, что тебя отпи***ли максимум. Возможно, именно по мотивам этого лечения у него был написан трек «Рехаб». Также довольно шокирующие истории про свою реабилитацию рассказывал Love66, который лечился от очень серьезной зависимости. Сегодня он пример того, как выглядит человек, действительно завязавший с употреблением, ведь он чист уже долгие годы и не употребляет вообще ничего. В какой-то момент Иван даже работал в реабилитационном центре, помогал людям с теми проблемами, которые он сам смог преодолеть. Вот его цитата. «Много не могу говорить, эти центры анонимные. Суть в том, что почти все, кто работают в таких местах, находятся в ремиссии. Чтобы объяснить человеку проблему, мне нужно с ним выстраивать равную позицию. Я такой же, как и ты. И я сейчас с этим могу справиться. Я прошел крайнюю, 7-ю по счету реабилитацию в Ростове. И в каждой из них есть возможность остаться там работать. Мне показалось это интересным. В будущем это может дать бесценный опыт. Плюс это хороший способ закрепления моего становления. Оттуда же появился мой интерес к практической психологии. Я прошел кучу тренингов. Приходил на смену на 2 дня, проводил занятия в группах. Это интересно. Интересно дать человеку понимание, что выход есть, когда сам человек этого не понимает. Есть довольно жуткая история жизни в рехабе и у казахского артиста под псевдонимом Кисло-Сладкий. Известный рэпер, как выяснилось, страдал от вредных привычек и не смог справиться самостоятельно со своими слабостями. Помогли артисту его друзья-рэперы, среди которых был и Джиган. Вот цитата Кисло-Сладкого из интервью. «Первый месяц был, у меня было неприятие. И на собрании я как-то заявил, вот выйду я обязательно курну. И тут говорят, принесите ему. Я такой про себя, о, тут такие условия. Обрадовался даже. В итоге мне принесли огромный блин от штанги и привязали к шее. Я его 4 дня таскал. У меня шея чуть не отвалилась. И когда отказывался и не соглашался с ними, меня спускали в подвал. Связывали меня как барана, положили мне этот блин на спину, подняли меня с помощью жгута. Я висел так 20 минут. Я плакал и орал. Я думал, у меня кость отлетит, и я выйду отсюда инвалидом». Кстати, неудивительно, что артисту помог именно Джиган. Денис, как никто другой, знает, что такое проблемы с веществами. Ведь сам проходил через реабилитацию, что даже в какой-то момент стало причиной появления множества мемов. 9 марта 2020 года рэпер во время пребывания в США записал видеообращение, в котором рассказал, что находится в психушке, где его лечат и хорошо кормят. При этом на кадрах было видно, что артист сбрил бороду и брови. 31 марта его жена объявила, что разводится с исполнителем. По ее словам, она решилась на такой шаг из-за измен мужа и его нынешнего психического состояния. На сегодняшний день у них в отношениях все наладилось. Мужчина, чтобы продолжение рода было, а не урода. Продолжение рода, а не урода. На, сука, черт, я пошел хавать. Хавчик. Петушки. В августе 2021 года Хаски опубликовал в своих социальных сетях пост, посвященный яме, в которой он оказался. Он писал о зависимости, с которой жил, нескольких неделях рехаба и о начале трезвой жизни. Вот его цитата. «Не так давно я обнаружил себя в яме, по-своему уютной для меня, но уже почти надо мной схлопнувшейся. Так следующие несколько недель я провел на реабилитации в специфической клинике. Теперь вышел, и как-то страхово мне. Пытаюсь залезть, так сказать, в новые неразношенные ботинки старыми мозолистыми ногами. Получается через боль. О,
трезвая жизнь, не будь ко мне жестока. Хотя черная магия иссушила мою душу, все же я не совсем конченый и кое-что еще могу. Пишу это, чтоб не переобуться, да и вы напишите мне что-нибудь светлое. Запись прокомментировал Big Baby Tape, вот его слова. Я поспорил с Кизару на лям, что не буду бухать следующий год. Я с тобой, трезвая жизнь, лол. В комментариях также замечен артист Маленький Буддист. Я тоже, бро, беру пример с лучших, написал он. Так я искал любви, но очнулся в наркологии, Ну и наконец отметим еще одну девушку в этом ролике, Хофманиту. Она тоже имела опыт нахождения в рехабе. Вот ее слова из интервью 21 года. Мы даже с психологом обсуждали, что одна из важных проблем, которая привела меня к употреблению, в том, что мне не хватало маминой поддержки, а папа умер, когда мне было 18 лет. Со мной стало невозможно работать, всегда пьяная, грустная. Концертный директор поставил ультиматум: пока не найдешь себе психолога, пока не будешь в трезвом состоянии, выступать не будем. В клинику я приехала с бутылкой в руке. Мои крылья все в пыли, ну попробуй укради, что ты можешь пред... На сегодня у нас все. Какие еще подобные истории вы можете вспомнить? Пишите свои варианты в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!